не буду долго рассказывать, как надо вести себя в этом доме. В ваши обязанности также входит заботиться о госпоже Нит. Дядя Чой, почему тут так часто меняются горничные? Живет еще одна женщина. Чего тебе? Предыдущую горничную. Как она умерла? Я же говорила тебе не лезть не в свое дело. Здравствуйте, госпожа. Проклятие. Дом с прислугой.